Центробанк предложил своим коллегам из коммерческих кредитных учреждений механизм решения проблемы должников, которые попали в сложную жизненную ситуацию. Не секрет, что на фоне непростой экономической ситуации многие жители России берут сразу по несколько займов, а затем сталкиваются с проблемами при их погашении. Какие варианты предлагает регулятор, об этом в следующем материале выпуска. Уже давно в нашей стране стало привычным делом, когда гражданин взаимодействует как минимум с двумя банками одновременно. Через один ему перечисляют зарплату, и там же он берет потребительский кредит. Ипотеку оформляет в другом учреждении, которое работает с застройщиком. В случае финансовых проблем человек обычно старается в первую очередь платить именно ипотеку, по остальным займам допуская просрочку. При этом кредиторы, не зная друг о друге или испытывая недоверие, не могут договориться о компромиссе. В итоге страдают все. Начинают, как положено по законодательству, дело против таких недобросовестных заемщиков, да, подают в него в суд, и по истечению этого суда получается, что человек может либо даже лишиться квартиры, или даже стать вообще банкротом. И в таком случае страдает и тот банк, и другой банк. Для решения данной проблемы Центробанк предложил механизм взаимодействия, который закреплен в стандарте защиты прав и интересов физических лиц при урегулировании задолженности. Его применение позволит решать эту проблему на условиях, приемлемых для всех сторон. Для этого заемщику надо написать заявление в один из своих банков, где он брал кредит. В этом заявлении он должен написать все кредитные организации, где у него есть кредит, и тогда кредитные организации либо совместно будут решать вопросы по урегулированию этой задолженности, то есть уменьшению на какой-то момент времени платы за кредит, а в конечном итоге либо увеличить срок, либо внести какие-то изменения в договор, когда-то больше платить, когда-то меньше платить. Либо может быть назначен единый оператор, который бы согласовал приемлемые условия со всеми заинтересованными сторонами. Соблюдение стандарта на первом этапе будет добровольным, чтобы наработать практику применения и при необходимости уточнить его текст. Кредиторы, которые решат присоединиться, разместят все необходимые инструкции для заемщиков на своих сайтах. В дальнейшем в эту работу наряду с банками могут включиться и микрофинансовые организации.